Вот так вот он получился. Получается, здесь теперь масленка есть, там есть масленка. То есть с двух сторон можно качать, и отсюда, и по заводскому. Но здесь такая же ситуация, и здесь, и здесь. Ну, и здесь торцов, понятное дело. Здесь вот тоже. Ну, тут штатная система. Все, прошприцевал, попробовал, ну, все нормально. Сейчас хочу заняться ковшом. Здесь увеличить вот так вот, как на новых моделях, треугольники приварить хочу. Охота мне так сделать, поэтому я так и сделаю. Ну, так вот так получилось. С этими шлангами непонятно, что-то они пучатся как-то. Вроде они вот так у меня были вниз. У меня, по-моему, так раньше и не поворачивалось. Не поворачивалось, потому что еще и износ был. Потому что я помню, когда бетон набирал в ковш, он меня вот так не заворачивался. Вот что все дело. Здесь трещина была, с улицы заварил, теперь изнутри заварил. Нагрев резаком это место отрихтовал. Была кривая. Тут, наверное, вот эта стенка еще такая кривая. Чуть-чуть может дрифтануть. Кувалда и вот этой махал тут, блядь. И под проги ровненько получилось. Ну, тут я обрежу, конечно. Вот так вот. На две, конечно, не получится. А может и получится на две части. Не знаю, посмотрим. И потом здесь вот приварю. Была здесь вот эта вот. Вот так вот. Она уже все сточенная была. Переварю другую, но у меня там есть. Вот как-то вот так вот, короче. Посмотрим. Должно быть чуть-чуть побольше помещаться и как бы усилиться это место больше. Вот так сделал, проверил, открывается. Все нормально. То есть вот до сюда довел, до этого. Странно вот так выглядит. К шву приварился. К этой болванке не стал идти. К шву приклеился. И здесь усилил поворот этот. Дальше не пошел проваривать. Вот сейчас вровень вот так вот. Вот это буду завтра обрезать. Вот так это выглядит отсюда. Ну вот так было. Видите, она уже вся вот так вот бананом тут сточена, вот трещина. То есть тут уже вот питало, видите, там хоть ровно было с той стороны, вот так вот. Здесь уже аж сюда выточено. Поэтому сюда и полез все это делать. Завтра надо нагреть это место. И кувалдой отхерачить его. Так вот как-то будет примерно. Примерно как-то будет. Ну, подшипник все равно придет
10-11, ну, 9, 10, 11, это 3 дня какие-то, не знаю, завтра придет какая-то часть, там, потому что я в двух местах заказывал. То есть завтра, если придет, то это могут завтра или позавтра прийти от бортовой, эти подшипники, звездочка, ну и что мне их там собрать? 10 минут, ступичные 11 должны прийти, так что у меня 2 дня еще есть, вот ковшом позаниматься, как раз поковыряюсь. И ну тогда на металлоломе купил десятку, вообще новая. Блять, надо было несколько штук взять, я одну купил, там их было штук 10. Вот она как раз сюда идет, вот она, десяточка. Вот я шов зачистил, здесь добавил, вот, как там было и как сейчас. И вот он шов. Варил через щель, поэтому могу заподлицо стачивать, ничего не будет. Сейчас пластинку так приварил, как шаблон, по ней буду пилить, чтобы машинку не вело. Здесь теперь диммер будет, что здесь вот меньше, здесь больше придется эту железку, ну, помучиться как бы вырезать, да. Ну, параллельно хотел сделать, параллельно этой, но все равно не очень получается. Здесь банан немножко есть. Если делать параллельно, тогда выходит вот сюда вот, на край. Я не хочу, хочу пониже вот так вот, чтобы чуть-чуть режущая кромка торчала. Ну вот, вот так вот. Подшипники сегодня пришли. Тинкин, Тимошка, по 3,50 они. А в деловые линии не успел, не до 4 работали сегодня. Пришли с другой фирмы эти подшипники. Поэтому сегодня ковшом позанимаюсь и хочу попробовать эти подшипники собрать, ступицу повесить, посмотреть, зажимает, не зажимает, чтобы завтра, если что, что-то там поточить, поиграться с зазорами. Вчера Авито посмотрел, у нас цены по объявлениям. Средняя цена 2 рубля, у кого-то 1800 написано, но это просто так замануха, я думаю. У кого-то вообще написано 1600 час, и в пояснении написано, ну это не русский, Гусейнов такой есть у нас здесь. А у них два трактора, тройка и БЛ-ка, 71-я, по-моему. У него написано 1600 час и работаем по безналу, 1600 час, не знаю. Но это бред, конечно, какой-то, чушь. Ну, наверное, будет в итоге звонок на месяц. Берете, тогда такая цена. У других написано 1700 час, минимально 5 часов. У кого 2 рубля, написано минимально 2 часа. Написано Октябрьский район плюс 1 час дороги, Первомайский плюс 2 часа дороги. Вот. Он, видать, в Ленинском районе находится. У кого написано 2200, заказ минимальный 2 часа. Короче, непонятно, какая цена, надо звонить. Ну, так промониторил, дал сегодня объявление свое. Ну, как бы, оно у меня снято было, объявление. Вот сейчас вот подал объявление, обновил, написал 2 рубля. Ну, не знаю, сегодня 9 число, там, кто будет звонить, кому, ну, ему надо. Короче, решил сдуть эту. Хочу целиковую поставить без этой вот пластины. Еще тут пилить, сваривать. Попробую сдуть. Я, конечно, резаком никогда не сдувал. Ну, буду сейчас пробовать. Как получится, получится. Ну, машинка подточусь еще. Бля, пока сдул, офигел, короче. Вот эту кромку прорезал. Сейчас наплавлю ее. Эту саму. Это зря я сделал, потому что она такая каленая. Как она теперь будет держаться, не знаю. Сейчас этот лист металла вот до сюда идет. И надо было вот так вот продувать, а я отрезал здесь. Ну, здесь варка есть еще, ладно. Сейчас остановлю этот мостик. Блять, конечно, я понял, почему нужен резак длинный с флажком здесь, пистолетом.
руки греются, температура. У меня все перчатки, блин, вон, скукожились от нагрева. Сам я на этом стуле сидел, ноги поставил, что брызги летят. Поэтому нужен резак с длинным флажком. Что это не резак, это херня. Подогревать им можно, но резать им, конечно, такие вещи фигня. Надо купить резак, он сейчас 2500 тут продается. У нас тут бушный есть. Купить другой резак надо. Потому что этим нифига не получится. Руки жгет. Так вроде не повело, подрихтовал немножко. Вырезалась такой пластинки, тоже сталюка какая-то ядреная. На металлоприемке, потому что купил 4 штуки. Не знаю, какие-то вообще жескачи. Ну, сейчас сюда приварю. Вот это будет выглядеть. Здесь наварил, все, шлифанул. То есть я каким образом скреплю эти два листа. Ну вот так вот у меня 8 на восьмерку он варит. Проволока тоже 8. Подача. Сейчас это место залью. Ну в принципе вот так вот это выглядит. Ну что, вроде такая небольшая она. Мне кажется, нормально. Сейчас еще здесь вот так вот приварю вот так вот пластину. Ну как у меня было там на той стороне. Такой вот плавничок, заборник. Сейчас немножко кувалду здесь постучу. Ну вот так получилось. Такой шов. Ну, вот так она немножко вперед торчит за плавник. Но его что, его всегда можно отрезать. То есть, ну, длинный это не короткий, пильнуть его можно вот так вот, если что. Но пока решил так оставить. А выглядит оно вот так вот, видите? Чуть-чуть вывернуто на улицу. Ну вот разница, вот эта сторона. Теперь смотрим на эту сторону. Вот так получается. А здесь вот так вот. Если вот так вот присесть. Ну вот так. Чуть-чуть оно увеличилось. Не так много. Вот на эту полосу примерно сантиметров на 6 сантиметров я увеличил, и по длине на 60 где-то вот до сюда, да, 60 где-то так везде. А тут 7, тут 6. Ну я же на конус пошел срезать. Ну так вот решил сделать. Спереда это вот так вот выглядит. Все ровненько, ничего не увело. Все хорошо. Фу, надо вторую сторону делать. Я как-то все долго, много времени занимает, потому что пилить надо самому, все это делать, затачивать. Как вот очень все долго, это пилешь вот этот вот, очень много занимает времени распилить, зачистить. Ну что, надо приступать за вторую часть. Самый гимр, конечно, вот эту хиромантию убрать отсюда. Это геморрочек, конечно, нехилой. Сейчас где-то Болгарии подпилю, где-то резаком.
пропилил с той стороны кусок. Здесь чуть-чуть сварку надрезал и отломал эту ботву, блядь. Так, кусок один удалил. Это сточу, но это проще, чем резаком все это тут плавить, сдувать. Просто пиздец. Все летит во все стороны. Поэтому нахрен это не надо. Самое интересное, что где-то вот швы не лопнули, да? А вот тут вот он лопнул, вот, когда варил. Здесь вот половина лопнула, половина не лопнула. Там лопнула, там лопнула. Чтоб болты здесь держат всю губу. Ну, явно, что здесь вот такое вот, а там вот так вот, ну, получше, наверное, да? Покрасивше. И побольше набираться будет. Эту часть, конечно, не стал завышать, потому что здесь уже оно как бы... Ну, посмотрю, она вот здесь упирается, вот, в эту часть. То есть вот она поворачивается, сюда ход кончается. Здесь, может быть, еще тоже можно по высоте поднять, чтобы до сюда не доставал. Ну, но я просто не смотрел сюда. То есть я поднял тут на сантиметр буквально. Ну, может быть, там еще полосу можно приварить. Это всегда доварить можно, ничего такого тут криминального нету, полосу добавить по высоте и все, то есть, что там ее, эту кинуть полоску, это недолго. Главное, что вот эти углы все сделаны, это у меня такая главная задача была, потому что тут уже все сточилось, блин, наточилось. Выточилось. Здесь надо тоже вот наплавить. Видите, уже все съело сколько. Тут так надо здесь доплавить все это дело. Но я это 2 года назад не делал место. То есть я только приварил режущую кромку. Вот эту, видите, мне сварщик приварил. И все. А вот этот торец я не подрабатывал, мы не наплавляли. Что не было времени, делали очень быстро, потому что заказа было до хрена. Все, победил. Сейчас заточить надо. Ну, блядь, ушло. Минут 30, наверное, 40. Ну, все, проварил. Пойдет так. Газ кончится, хорошо, второй баллон привез. Сейчас переброшу за второй баллон и продолжим. Ну, все, отметил, вот так вот отсюда посмотрел. В эту сторону и один человек там черканул. Здесь размерил отсюда расстояние до сюда. Черканул точку и потом это отсюда. До конца. Там также сделал, потом приварил пластину вот эту. И посмотрел отсюда, как получается. Все. В принципе. Все нормально. Здесь вот чуть-чуть шишечка есть в этом месте. Сейчас ее торцану здесь и все. Сейчас швы подчищу немножко. И пластинку осталось сюда эту приварить. В принципе, с ковшом будет все у нас. Останется здесь кусочек сделать. И с той стороны, в принципе, покажу все.
можно будет завтра подшипником заниматься. Вот тут вот еще надо наплавить это место. Здесь тоже вот уже закруглился он здесь. Наплавлю завтра. Все, уже 3 часа ночи, я уже все, у меня уже батарейка села в голове. Здесь я поднаплавил. Ну, вот сейчас здесь надо наплавить тоже будет. Нож вот до сюда, и вот он. Уже протерся. Надо проварить все это дело здесь. Здесь-то торец подварен. То есть нож вот он здесь кончается. Вот это нож 500-й сталь Hardex. Я, ну сколько, 2 года назад покупал. Вот этот нож и вот таких 2. По-моему, за 3 ножа я отдал 18500, что ли. Это 450-я сталь, а вот это 500-я. Ну, он что с ней? За 2 года. Хотя в прошлом году одни планировки по факту были. Ничего себе не случилось. Ну, углы сточились, понятно, вот они подзакруглились, но и только лишь. А так в камни в такие врезался. Ну, ничего, все нормально вроде было. Вот так получилось все это дело. Я думаю, будет держать. Куда она не денется. Да, хоть думал здесь увеличить, но уже нету смысла, мне кажется, поднимать вот настолько. Не знаю. Не вижу смысла. Да и по дизайнерскому решению смотрел, если поднимаешь выше, не очень-то смотрится. Как-то не есть хорошо. И еще места вот эти подвосстановил. Проток приварил здесь. Вот все. Одну сторону. И вторую. А то как-то что-то не по фэншую тут все было. Ну, вроде как все так-то. Пока. Больше ничего не обнаружил, никаких косяков. Все будьте здоровы, короны не болейте. До свидания. Всем всего наилучшего.